европейские чиновники, что Евросоюза, что Совета Европы, ведут себя не просто некорректно, они сами нарушают букву и дух прав человека в нашем регионе. Это бросается в глаза всем. Даже если посмотреть печать других стран, это абсолютно отмечают все. Поэтому я считаю, что, к сожалению, к моему великому сожалению, потому что Дуня Митович, она подавала надежды, что, будучи все-таки происхождением из Восточной Европы, она понимает ситуацию, в которой оказываются новые независимые государства и их граждане, особенно проживающих в таких местах, как новообразованные и пока не признанные государства. Поэтому я полностью солидаризируюсь с Гераном Степаном. Я считаю, что его абсолютно недовольство абсолютно обосновано. И я предлагаю, чтобы он мог бы, например, обратиться к правозащитникам Армении, и мы бы коллективным письмом обратились бы к этой чиновнице. В свете заявления Мишеля Бореля можно сказать, что, я думаю, армянские правозащитники должны также солидаризироваться и объявить свое недоверие к этому высокопоставленному чиновнику, потому что он позволяет себе больше, чем позволял в свое время Сталин. И этот произвол, мне кажется, очень дорого обойдется, собственно, самой Европе. Поэтому вот в этом общем свете я рассматриваю поведение госпожи Дуни. Поэтому прежде всего я хочу заявить в своем протесте против некорректного и противоправного, и, можно сказать, политически просто неслыханного поведения Мишеля Бореля. Я думаю, что в этом свете происходит все остальное.